Это пение от китайского артиста Тулимжи. На родине у него своя школа. Филармония постаралась пригласить на конкурс самых лучших певцов. Их крайне мало в России и за ее пределами. И Хакасия, кстати, в лидерах. У нас горловое пение, в отличие от того же Казахстана, не утрачено. Главное все-таки суметь ее оставить, ее внутренние структуры, этничность этого искусства. Да, вот этот стиль, третий стиль. Сагартып. То же самое. Все 13 человек пройдут. Кто не может, тот не исполняет. Приглашал музыкантов в Хакасию руководитель ансамбля «Улгер». Сам Вячеслав Кученов соревноваться не будет. Он займет место в жюри. Всего исполнителей 13. Из Тывы, Алтая, Башкортостана, Монголии. Каждый исполнит минимум по 4 композиции. Это для первой номинации конкурса. Вторая – героический эпос. Тюркские народы издревле воспевали былины и богатырские сказания. В этом жанре можно петь несколько часов. Сам конкурс будет идти 2 дня, в пятницу и субботу, в филармонии. И завершится галоконцертом.